«О великий угодниче Божий, равноапостольный княже Владимире, призрена немощи нашей, умоли премилосердного Царя Небесного, да не прогневается на низело, и да не погубит нас собе законьми нашими, но да помилует и спасет нас по милости своей, да всадит в сердца наше покаяние и спасительный страх Божий, да просветит своей благодатью ум наш, воеже оставите нам стези нечестия, и на путь спасения обратитеся, неуклонно же заповеди Божии отворите, и уставы святые церкви соблюдайте, моли благосердие человеку любца Бога, да явит нам великую милость свою, да избавит нас от смертоносных болезней, от всякого зла, да сохранит и спасет рабов Божиих». Напишите имена и прошения в комментариях. «От всех козней и наветов вражьих, и да все мы сподобимся с Тобою вечного блаженства, хвалящее и превозносящее Бога во веки веков. Аминь». «Яко по суху пешешествовал Израиль по бездне стопами, гонителя фараона видя потопляема, Богу победную песню поим вопияше, святый равноапостольный великий княже Владимире, моли Бога о нас. Придите верней песни духовную возопием и прославим Христа, и же светло прославил есть честного Владимира, великого князя, святый равноапостольный великий княже Владимире, моли Бога о нас. И же семя сеющему даруя, ты мне даруй слово, дателю благих, разрешай мне соус языка, и обнови спаси к словословлению верно, святый равноапостольный великий княже Владимире, моли Бога о нас, и же воле, а не нужде, к тебе всех призываешь, як уже древле Моисея Исаию, так уж де и ныне в сердце возгласилися верного и достохвального князя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и веки веков. Аминь. Украшена добротою добродетели, Богоматі чистая, Бога истинного зачала еси, нас божественными добродетелями просветившего. Не есть святый, яко же ты, Господи Боже мой, вознеси рох верных твоих блаже, и утвердивы нас на камени исповедания твоего, святый равноапостольный великий княже Владимире, моли Бога о нас, и же Павла просветивы и избрана сотворивы, так и Василия ныне Отца нашего, очень ныне духу торнул еси милостиве твоим крещением, святый равноапостольный великий княже Владимире, моли Бога о нас, Константина верного подобник явился еси, Христа в сердце твоем приим, его заповедям, якоже апостол всю землю нашу научил еси, святый равноапостольный великий княже Владимире, моли Бога о нас, божественную силою ты возмогая, безбожного перунок кучу бесовскую сокрушил еси, и ко опаши консти того привязал, повелел еси воинам разбить идола, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и веки веков. Аминь. Сень святой обрет Марию Деву, Божий сосуд Владимир, князь великий, апостола Павла ревнитель, сей церковь божественную в Твое имя воздвигал есть. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. В молитвах бдяй присно радостную душею Василия, того ради почерпай еси духа премудрости от источника, сходящего свыше, тем верою просияв, яко солнце, моляйся Христу непрестанно, ускори щедрый и почися спасти от прегрешений мир. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Богородица безневестная, чистая, я же без семени росшая всех владыку, того со ангелы моли избавитесь нам от всякого недоумения и дайте умиление и свет душам нашим, и согрешение очищение, я же едино вскоре заступающий. Христос, моя сила, Бог и Господь, честная церковь, боголепно поедзывающий, от смысла чистого, Господи, празднующий, святый равноапостольный великий княже Владимире, моли Бога о нас, чудо страшное, преславное и неизлагованное совершает Владыка Христос, обновляет в божественным крещением всю землю нашу и просвещает князя Василия. Святый равноапостольный великий княже Владимире, моли Бога о нас,
Светло придите и достолепно возвластите сынове вернее к отцу нашему Владимиру, и память его верно всегда празднуем светло. Святый равноапостольный великий княже Владимире, моли Бога о нас, отче нечесть отгнал еси, всечестные же твои праматери правоверную веру возлюбил еси, равни апостолам Христовым, княже великий Владимире, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко дверь, приводящую к божественному входу, рая светлого, яко мысленное место священия, яко доброту Иаков людеву ублажаем. Боже, им светом Твоим блаже, утреннищих Ти души любовь озари молюся, Тя видите слове Божие истинного Бога, от мрака греховного взывающа. Святый равноапостольный великий княже Владимире, моли Бога о нас. Днесь ангели Божии радуются светло на небесех, в память Твою святую, спасал бы еси нас от всякого лукавства, и жертв бесовских люди многие избавил еси, и всю землю нашу. Святый равноапостольный великий княже Владимире, моли Бога о нас. Рыдает бесовское множество и темное соборище, видяще на земле попираемые идолы, и же на погибель воздвиженные человеком, их же Божьим повелением Василия сокрушил еси. Святый равноапостольный великий княже Владимир, моли Бога о нас. Радуйся, веселися, рабе Христов, княже великий и мудрый, молебничай о душах наших, тобою бо мы все избавлены смы, бесовские лести, тем же радуйся вопиемти. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Чистотою сияющей издалеча, божественное готование водычне всепетая бывшей, Ты бо едина показалася еси, мати сущи Богу, и руками яко младенца того носивши. Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу Твоему притек вопиюти, возведи отли живот мой многомилостиве. Святый равноапостольный великий княже Владимире, моли Бога о нас. Силою Божию попран есть сатана душегубец, и лесные его жертвы победника боявил нам есть Христос Василия, верного князя, сокрушите и поврещи того под ноги наша. Святый равноапостольный великий княже Владимире, моли Бога о нас. Спаси прежде Господь, рукою Моисеева Израиля от работы, той же и ныне рукою Василия верного князя, всех нас от лести идольские я спасла есть. Святый равноапостольный великий княже Владимире, моли Бога о нас. Достойно Ти взываем и вопием, все радуйся, все честнее приблажение, Тя бо избавителя с Богом Василия има мы, не презри рабов Твоих, но присно сохраняй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Обретухом пречистая, Тобою спасение Дева припетая, Его же желают ангели на небесах видите, сей ныне видится в недрах Твоих, младенец Бог наш. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Подобство великому апостолу Павлу, всединах всеславне Владимире, всяяко младенческое мудрование, еже о идолях чания оставль, яко муж совершенный украсился еси, божественного крещения багряницею, и ныне спасу Христу, веселье предстоя, моли спастися людям верным, чтущим Тя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков, аминь. Просветивый древле Израиля Моисейским законом, просветивый мир явлением Твоего пришествия Христе Божие, Боговластные Твои ученики, послал еси проповедати по странам еже от Девы, бессеменное Рождество Твое, и тем повелел еси крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа, обвечавши же видя страну нашу грехом, Дух Твой послал еси, крепко разумного душу славного Владимира, познати Тебе единого Троицы Христа Бога и Твоим крещением просветите избранное Твоя, и о Тебе порученные мы люди, и привести к Тебе веру вопиющая, избави Твое достояние от сопротивных нашествия, люди верные, чтущие Тя.
«Рассудательно бы печь садил ангел преподобным отроком, халдей же опаляющее веление Божие, мучителя веща в опите, благословенности Божия Отец наших, святый равноапостоль великий княже Владимир, моли Бога о нас, Елены тя новой любовью известил сейси, внук бою приблаженной Ольги, Константин же великий новый явил сейси Христу Василия вопия, благословенности Божия Отец наших, святый равноапостольный великий княже Владимир, моли Бога о нас, лютый льстец, двизавшийся на христианы воевати, превеликий же Господь в Корсуне тебя просвещает и крещению божественному сподобляет, и царствие небесное тебе даровал есть. Святый равноапостольный великий княже Владимир, моли Бога о нас, обвешавшую лесть бесовскую прогнал есть и, як у великий Христов ученик, обновил, просветил и всех нас, вопите Господи венемолчно, благословен Бог Отец наших, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков, аминь. От родов тебя всех избрал есть Бог привечный, прежде век, и в последние дни плоть приемать тебе, совершен вкупе явися Бог и человек преснодево. Из пламени преподобным росу источил еси, и праведного жертву водою попалил еси, вся бы творивши Христе, ток мое же хотети, тебя превозносим во все веки. Святый равноапостольный великий княже Владимир, моли Бога о нас, от безбожных идолов всех нас избавил еси, ко Христу же Богу привел еси, Отче, верных князей, наказателя статуи Христа поющих во веки. Святый равноапостольный великий княже Владимир, моли Бога о нас, Константин новый ты известился еси во всей земли нашей. Блаженне Василие, ты бо имя Христово изъяснил еси, его же превозносим во веки. Святый равноапостольный великий княже Владимир, моли Бога о нас, царю вечному ныне ты предстоишь, и десница его венчан еси, молися ему за недостойные рабы твоя, якуда поем Его и превозносим во веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Облак слова ты еси припета и свяща солнечная, колесница многоценная, девическое возвышение, горотучное и усыренное, пребываешь и пречистая Дево, Господа именитая. Бога человеком невозможно видеть, и на Него же не смеючи ни ангести взирать, и Тобою бо все чисто явися человеком Слово воплощенно, Его же величающе с небесными воитя ублажаем. Святый равноапостольный великий княже Владимир, моли Бога о нас, сладок, як уже феникс высок, извращаем, и цвет варя масличный, ветви многоплодные ты, бываешь и винно извращение, кисти две созрелые мученики принося, Романа и Давида честные. Святый равноапостольный великий княже Владимире, моли Бога о нас, лица князей ныне благородных предстоят, от тебе благочестие носяще, с людьми верными хвалище тебя, наставниче и скорый заступниче, поминай всех нас, якуда в мире тобою живот обрящем. Святый равноапостольный великий княже Владимире, моли Бога о нас, люди верные, придите, снидитеся в честней церкви Владимира Святаго, нареченного Василия, приблаженного великого князя, угодника Христова, преславного, и примите живот и спасение, благодать и велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Бога, Дева, ты родила еси на земли, во плоти соединение бысь бесплотное, воедине ипостаси и во двое естеству, да спасет всех нас, кланяющихся верно, яко Богородице пречистей. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, светильницы, просветивши вселенную всю благочестием и верою, выявистися воистину, Боговенчание Владимире с Праматерью Еленою Славною, вас возлюбившего Христа и мы славословим, дивного во святых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Во Твою волю естеству пренепорочное, во единой же ипостаси рождаешь и Бога неизреченно, нас ради обнищавшего до распятия хотением и даровавшего нам богатство божественное, Богоматерь Дево.
О, великий и преславный, угодниче Божий, Богоизбранный и Богопрославленный, равноапостольный княже Владимире, святое великодейственное орудие всеблагого промысла о спасении нас. Напишите имена и прошения в комментариях. Ты отринулась из воверия и нечестия языческое, уверовал еси во единого истинного трипостасного Бога и восприял святое крещение, просветилась и светом божественной веры и благочестия страну нашу, славящего благодаряще, премилосердого Творца и Спасителя нашего, славим и благодарим Тя, великий пастырь и Отче наш, яко Тобою познахом спасительную веру Христову и крестихомся во имя Пресвятой и Пребожественной я Троицы, той же верою избавихомся от праведного осуждения Божия, вечного рабства дьяволя и адова мучительства, тою верою восприяхом благодать всеновления Богу и надежду наследования небесного блаженства, ты есть и первейший наш вождь, к начальнику и совершителю нашего вечного спасения, Господу Иисусу Христу, ты есть и ближайший предстатель пред престолом Царя Царствующих и теплый молитвенник и ходатай о стране нашей и о всех людях, ты есть и первейший виновник благословений и милостей Божиих, почивающих на нас, и что еще речем не может язык наш изобразить величие и высоту благодеяний Твоих, излиянных на нас недостойных, но о неразумие и ослепление нашего, приемши толикое благодеяние, не во что же вменихом я, и отчатихомся спасительных плодов Твоих, умывшися бы от греха в купели крещения и облегшися в одежду чистоты и невинности, осквернихомся и в благодатную одежду, студенными деяниями и помышлениями нашими, отреклися сатаны и агелов его, паки порабощаемся ему, служащи идолам страстей наших, миру, плоти и злым обычаям века, сочетавшися Христу, вино оскорбляем его, беззаконии нашими, многообразными язвами, гордости, зависти, злобы, злословия, невоздержания и презорства ко святей церкви, прилепихомся всецело к суетным благам, окимняще во веки, пребывайте на земли, не помышляем о небе, о душе, о смерти, о суде, о нескончаемой вечности, сего ради воздвизаем нася, праведный гнев и осуждение Божие, купно же оскорбляем и пригорчеваем Твою отчую любовь и попечение о нас, Ты бы просветилась и нас святым крещением, Вы еже способствуете нам, получению небесного блаженства и земного благоденствия, мы же неразумнее, злым произволением нашим, сами себе подвергаем адовым мукам и временным бедствиям. Но, о всеблагий Отче и Просветителю наш, милостив буди к нашим немощам, долготерпелив ко грехам и неправдам нашим, умоли премилосердого Царя Небесного, да не прогневается на низело, и не погубит нас о беззаконьми нашими, но да помилует и спасет нас. Напишите имена и прошения в комментариях. Ими же весь судьбами, да всадит в сердца наша спасительный страх свой, да просветит свою благодатью ум наш, во еже озрете нам бездну погибели, в ню же стремимся, оставите стези нечестия и заблуждений, обратитесь же на путь спасения и истины, неуклонно исполняйте заповеди Божьи и уставы святые церкви, моли благосердие человеколюбца Бога, да явит нам великую милость свою, да избавит нас от нашествий наплеменников, от внутренних нестроений, мятежей и раздоров, от глада смертоносных болезней, от всякого зла, да подаст нам благорастворение воздуха и плодоносие земли, да сохранит в судящих и начальствующих правду и милость, да даст духовным пастырям непорочность жития и ревность о спасении посломых, всем же людям усердие в исполнении своих обязанностей, взаимную любовь и единомыслие, стремление к благу Отечества и святые церкви, да распространит свет спасительной веры в стране нашей, во всех концах ея, да обратит к правоверию неверующих, да упразднит все ереси и расколы, да так опоживши в мире на земли, сподобимся с Тобой вечного блаженства, хвалящие и превозносящие Бога во веки веков. Аминь. Ставьте лайки под видео, пришлите это видео ближним вашим для распространения Слова Божьего. Берегите.
вас Господь, молитвами Богородицы, Святого Равноапостольного князя Владимира и всех святых. Аминь.